многие знают, да, какие предприятия финансируют непосредственно сепаратистские движения. Вот непосредственно вопрос по Укрмету, да, который находится там в Респорту, и до сих пор туда заводится металл, хотя есть по постановлению этот, решение, есть решение суда, да, вот, значит, чтобы данный металлом был, значит, продан, да, и данные средства пошли в бюджет. Вопрос вот сейчас, кто-то спускает все это на тормозах. Если вам нужна наша поддержка, в этом мы, нужна. Мы сейчас в этом нужна. Мы можем объединиться и сделать вам поддержку. Да, да.